Департамент экономического развития, инвестиций и торговли сообщает, что Банк России приглашает граждан и представителей бизнеса принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг. Регулятор предлагает респондентам ответить на вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения. Результаты опроса Банк России учтет при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности. Ссылка на опрос размещена в телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Самарцы стали призерами всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», сообщает администрация Самарского района. Анастасия Рожнова вошла в тройку лидеров номинации «Городской коворкинг» с проектом студенческого центра в Техническом университете. Денис Баранов также занял третье место в номинации «Благоустройство дворовых территорий» с проектом вертикальной коммуникации в прибрежной зоне. Студент политеха разработал проект реновации территории в Самаре в районе дачи купца Головкина. Проект предполагает устройство лифта и пандусов для маломобильных граждан для спуска к реке, установку дебаркадера, освещение и озеленение территории. Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» прошел уже в шестой раз. Его итоги подвел Минстрой Российской Федерации. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых молодых людей, принимающих активное участие в благоустройстве городской среды.